Всем привет, с вами канал Observer, меня зовут Артём, и в этом выпуске мы поговорим о том, как правильно пользоваться лабораторными микроскопами. В качестве примера такого микроскопа перед нами Levenhuk D320L. Кстати, на нашем канале уже есть обзор на данную модель, кликайте по ссылке и смотрите. Нужно сказать, что модель достаточно распространенная, аналоги есть у многих производителей. Например, это Altami 104 или Micromet R1. Я заранее установил цифровую камеру, которая шла в комплекте с данным микроскопом, и вывел изображение на экран. То есть здесь вы будете видеть все то, что видели бы в окуляр, даже если ваш микроскоп не обладает цифровой комплектной камерой. Итак, начнем с того, что включим подсветку. Здесь в качестве подсветки используется галогенная лампа, в других случаях это может быть светодиод. Тот или иной вариант имеет как свои плюсы, так и минусы. Например, галогенная лампа дает более теплый мягкий свет, который не сильно утомляет глаза, но в то же время она сильно нагревает корпус микроскопа и быстрее выходит из строя. Светодиод же, напротив, дает более резкий белый свет, который чуть быстрее утомляет глаза, но при этом светодиод не нагревается и служит намного-намного дольше. Итак, мы включили свет, по идее, мы должны видеть свет и здесь, на экране, но этого не происходит. Такое бывает в тех случаях, когда вы не до щелчка провернули револьверную систему объективов. Сейчас мы видим, по сути, металлическую перегородку между объективами. Итак, давайте провернем до щелчка. Как видите, свет появился. Еще один момент. Для начала наблюдения лучше понизить яркость света практически до минимума. Если вы сделаете свет слишком ярким, вы, скорее всего, не увидите объект, так как будет сильный пересвет. То есть вы не поймете даже, что сейчас находится под вашим микроскопом. Давайте уменьшим яркость хотя бы в половину. И теперь с помощью препарата-водителя наведем хотя бы на глаз наш образец под объектив и под световой пучок. Что такое препарат-водитель? Это система на предметном столике, которая позволяет нам тонко регулировать передвижение объекта со стеклом. Здесь этот механизм с регулировкой вынесен вот сюда. Здесь есть две ручки, с помощью которых я могу передвигать стекло с образцом по двум осям. Итак, для начала устанавливаю на глаз под световой пучок. Объектив мы выставляем самый маленький, четырехкратный. Начинаем мы наблюдение всегда с наименьшего увеличения, и по мере необходимости объективы меняются в большую сторону. Почему важно вот так ступенчато менять увеличение, а не сразу переходить к максимальному увеличению? Просто потому, что это удобно. Так вы быстрее найдете препарат, быстрее установите его в центр поля зрения. И так вы быстрее поймете, на каком расстоянии сейчас нужно фокусироваться. Итак, четырехкратный объектив. С помощью препарата-водителя мы приблизительно навели образец под него. Сейчас мы видим некое розовое пятно. Давайте воспользуемся фокусировкой и сделаем изображение резким и четким. Лабораторные микроскопы обладают двухскоростной фокусировкой. Здесь есть грубая ручка фокусировки и тонкая ручка. Они продублированы с каждой стороны, поэтому неважно, левша вы или правша, вам всегда будет удобнее пользоваться данным механизмом. Грубая фокусировка нужна для объективов с меньшим увеличением, это 4-10 крат, а тонкая фокусировка для больших объективов 40 и 100 крат. Как следует из вышесказанного, мы сейчас пользуемся грубой ручкой. Итак, крутим ее до получения четкой картинки, примерно вот так. Теперь, опять же, с помощью препарата-водителя устанавливаем наш образец в центр поля зрения. Ну, примерно вот так. Итак, увеличение у нас сейчас всего 40 крат. Камера выступает в качестве 10-кратного окуляра с 4-кратным объективом. Получается в совокупности 40. Как мы видим, даже на таком маленьком увеличении уже видно отдельные ткани, группы тканей, и, в принципе, можно разглядеть даже отдельные клетки. Нужно сказать, что не всегда стоит гнаться за большим увеличением. Например, растительные клетки отлично можно рассматривать до 300-400 крат. Животные клетки требуют чуть большего увеличения. Ну а иммерсионный объектив, по сути, нужен только для детального рассмотрения клетки, либо для исследования организмов меньше клетки, например, бактерий. Что дальше? При необходимости мы можем сделать увеличение чуть больше. Поворачиваем объектив, опять же, до щелчка. Сейчас у нас увеличение уже стало 100 крат. Пользуемся ручкой грубой фокусировки.
и получаем вот такое достаточно четкое изображение. Теперь давайте поговорим о системе освещения. Мы уже знаем, что у нас есть осветитель, есть регулировка яркости осветителя. У лабораторных микроскопов есть еще два механизма, с помощью которых мы можем регулировать освещение. Это конденсатор Абба. Вот здесь находится линза, ее можно перемещать вверх и вниз между осветителем и объективом. Тем самым мы будем регулировать интенсивность светового пучка, либо его сужать, либо наоборот рассеивать. Механизм регулировки данного конденсатора находится с обратной стороны от регулировки препарата водителя, он вот здесь. Так, давайте я опущу конденсатор и посмотрим, что произойдет. Мы видим, что изображение стало темнее, но в то же время более контрастнее. Сейчас, например, я стал видеть, что же происходит в центральной части нашего изображения. Здесь стали видны отдельные клетки, которые раньше казались просто белым пространством. Причем я даже могу разглядеть цвет этих клеток. Здесь есть желтые, розовые и зеленые клетки. Второй механизм, с помощью которого мы можем регулировать освещение, это ирисовая или лепестковая диафрагма. Она также встроена в конденсатор. С обратной стороны есть вот такой рычажок, который вы можете направлять либо к себе, либо от себя. С помощью него диафрагма закрывается или открывается. Давайте посмотрим, что же произойдет. Сейчас диафрагму я закрыл. Сначала я ее открыл, сейчас закрыл. Как видите, изображение опять же потемнело. Тем самым мы опять же сможем разглядеть самые-самые мелкоконтрастные детали, которые находились у нас в центре изображения. В общем, осветитель, регулировка яркости, конденсатор и ирисовая диафрагма позволят вам настроить яркость и освещение таким образом, чтобы вы смогли разглядеть любой объект. При необходимости мы можем еще больше сделать увеличение, например, 40-кратный объектив поставить. Дело в том, что почему мы видим черное изображение? Каждый последующий объектив с большим увеличением менее светосильный, то есть для него нам нужно подать больше яркости. Давайте диафрагму все-таки откроем, повысим яркость. И, как видите, теперь мы что-то начинаем видеть. Сейчас нам нужно будет воспользоваться уже механизмом тонкой регулировки, чтобы не проскочить с фокусом. Итак. Конденсатор опять же поднимем, чтобы изображение было более ярким. Итак, мы настроили увеличение под объективом 40 крат, сейчас наше увеличение составляет 400 крат. Как видите, теперь уже не совсем понятно, что же мы наблюдаем. Как я уже говорил, не всегда большое увеличение есть хорошо. Некоторые объекты лучше смотреть на небольшой кратности. Давайте теперь поговорим об иммерсионном объективе. Это 100-кратный объектив. Почему же он так называется по-особенному иммерсионным? Потому что вместо воздуха в качестве среды между образцом и внешней линзой объектива он использует немножко другую субстанцию, а именно иммерсионное масло. Это масло обладает меньшим рассеивающим свет эффектом, то есть воздух достаточно сильно рассеивает полезные для нас лучи, из-за этого получить четкое контрастное изображение с обычным объективом не получится. С помощью иммерсионного масла же мы сможем на увеличение свыше 1000 крат получить просто отличную картинку. Как пользоваться данным объективом? Мы берем иммерсионное масло, обычно оно идет в комплекте с такими микроскопами, капаем небольшую каплю непосредственно на покровное стекло нашего образца. Также нам нужно смазать внешнюю линзу объектива тем же маслом. Я это делаю, например, ватной палочкой, что очень удобно и безопасно, линзу вы таким образом не повредите. Затем нам нужно опустить объектив в каплю на образце. Там расстояние получается очень маленькое, объектив практически касается внешнего стекла покровного. И, соответственно, пользуясь ручкой, опять же, тонкой фокусировки, мы настраиваем резкость. И с помощью вот такой методики мы получаем очень качественное, четкое контрастное изображение на больших увеличениях свыше 1000 крат. Вот и все, в принципе, что хотел сказать о лабораторных микроскопах. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте их в комментариях под видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока, увидимся в следующих выпусках.